Друзья, всем привет! Вы на канале Temp of Play. На связи Николай. Сегодня у нас трансляция Kingdom Come Deliverance. Куда-то я поехал. Вернитесь назад, сударь. 16-е по счету уже. Мы нажимаем кнопку продолжить. И я вам сообщу, какое сегодня число. 5 марта 2022 года. 22 часа, 6 минут, я немного задержался, немного начал, необычно, впереди там рыбки были, всяко разно, но это неспроста. Я так задумано, потому что есть на Good Game разные награды за ветка основы стриминга закрыта, в общем, ачивки разные, и... Вся соль была в том, чтобы начать трансляцию за 15 минут до начала анонса. Ну а мы с вами появляемся за столом. Интересно. Читали, силы набрались. Что мы будем делать? Тренироваться. Очень хороший вариант. Алхимия тоже, конечно, вещь помогающая. Крапива-то растет. Да, шлем у нас нет, потому что мы были на втором свидании с Терезой. И получается, я его снимал, шлем этот. Ага, мы сохранялись, выпив немного шнапса, и вот у нас такое резвение в глазах чувствуется. Что у нас по плану? Давайте посмотрим. Мы до сих пор у Терезы так и не получили песеля. То есть мы с ней второй раз походили, повстречались. Она сказала еще попозже зайти, но это, видимо, квест еще будет. Можно пойти на юге, по-моему, было такое сообщение. Карта сведения. Да, давай вот так сейчас сделаем. Посмотрим журнал. Я должен найти Маркуратан месть. Так, ухажер. Сокровище. Добрый вор. Пешек. Так, это нет. Турнир, руины. Сделай мне. Ты можешь драться с Макалом. А, ты снова можешь драться с Макалом. Эй! Ничего себе! В работе готов 9 из 10. Руины. Убей вожака лагеря. О! Доброй ночи! Камикадзе, привет. Да. Как жизнь, как дела? Но Ютуб не стал. Не-не-не-не. Никаких Ютубов. Это прям вообще. Кыш-кыш. Чур меня, чур меня. Так. Доллар по 124. Да. Ну, если бы знать... Можно было бы вложиться, да? И немного озолотиться. 90-30 рублей почти. Ну не, да. Вещь. Можно вот сюда пойти. Вот предлагаю. Где-то вот тут поискать лагерь этих бандитов, да? Ну давайте, да. Еще раз. Журнал, задание. Да, вот он здесь показывает. Вот в таком режиме рисует. Руины. Бей главаря вожака лагеря. Да, вот сюда мы и пойдем. Но сначала давайте разомнемся все-таки. Разомнемся. Косточки разомнем у Бернарда. Если он на месте. Хотя навряд ли, конечно. А, да, в 9 часов там все начинается практически. Ну ладно. Цены в космос улетели. А, мы Kingdom Come Deliverance запускаем. У нас-то что? Тут главная алхимия. Врезаться куда-нибудь. Собак вот. Гавкающий, не испугаться. Моя видеокарта, Игорь, 400 стоит. 400 тысяч стоит. Рука-лицо. Цены в космос улетели. Ну да. Я ее уже запас на HDD. А, вот эту игру, да, записал. Ну, молодец. Ну и ладно. Главное, чтобы
Интернет не отключили в этом случае. Или ладно, у тебя 3090. О-о-о, говорит Камикадзе. Ладно. Спасибо, что пришли, друзья. Мне очень приятно, что могу с вами повстречаться. Это здорово. Так, оружие, доспехи. Вы, надеюсь, так, снарядить все в порядке. Как у вас дела? Как чувства? Так, лук. Осколок. На охоту можно еще было сходить. Вот у меня какая была идея. Охотничья стрела, пробивная стрела. Или на разбойников, или на охоту. Так, щита у меня нет. 38 Ti. Тогда 300, а не 400. Ю-ю-ю-ю. Поправляет Камикадзе. Идет разговор о... о видеокартах. Тетелинки 400. Понятно. Я... Ух ты, ничего себе. Так, это нам не надо. Это жарить и рубить. Ладно, это... давай без жарки пока. Там уровень прайс капец. За 300 можно взять на зоне. Так, а что у нас по сытости? Сытость 83. Ладно. В общем, определились идти на разбойников. У нас все есть с собой. Доступное. Готовое. Главное не упасть с лошади. Я сейчас over price, по-моему, везде. А, Игорь говорит, over price везде. Ну, все равно это много. 300 или 400. Хоть даже 300. Но это много. Ну ладно. Если так судить, то у меня прот 124 стоит. В них сейчас на 5800X такой цене. Хотя в свое время я взял его за 30. Говорит Камикадзе. Ну да, можем по-разному судить. Главное иметь хорошие мысли, добрые и обнадеживающие, чтобы не было уныния и разного волнения. Лучше поменьше смотреть новости вообще. Масло на машины я неделю назад покупал за 4400, сейчас 9000, говорит. Ну да, видишь, как все меняется. Да и сами машины тоже подорожали, безусловно. Кто-то мне говорил, если я не ошибаюсь, что Hyundai там по 2 миллиона сейчас стоит. Но я сам не проверял. True это или не true? Это надо смотреть. Так, мы к оживеньку, наверное, должны все-таки зайти, потому что у нас есть две шкуры кабана. Да, он вот здесь. Это. Единственное, по... просто будем ездить вот так вот туда-сюда, туда-сюда. Торговка. Ехал. Да. И уже хорошо. Звук копыт. Гюдбери, привет. Как насчет поторговать? Вот, как раз шкура у нее есть. А у нас что? Оружие, доспех, пища. Доспех. Пища. Иное. Ду-ду-ду-ду. О! О, сейчас мы и продаем. Чашу. Чаша для причащения. Пока оставлю. Не знаю почему, но мне что-то подсказывает, что эта вещь уникальная. Машины стали золотыми. Моя тачка стоит 3. Карла. Ну да, ну все стало золотое, но унывать при этом не стоит. Пока. Потом. Так, давай поторгуемся. Может что-то из этого выйдет дельное. Шевик подрос, Николай. Да, у меня Шевроле Авео.
Джейк подрос. Ну если Hyundai подрос, то и Шейк подрос. Так, чух-чух. 28. Получить. Давай побольше, наверное. А в какую сторону-то мне мотать? А, вот. Мне в эту, правильно, я начал мотать. Давай 30-ку для ровного счета и предложим. Скинь еще. Ах ты. 28.5 всего лишь. Давай 29-то. Ну давай. Да, в шевик. Шеви, шеви, леди. Все, кожу мы продали, шкуру за 29 тоже хорошо. Какого года машина? Да, машина у меня 2013 года. Уже скоро 10 лет будет, представляешь? Время летит. Время летит. Так, я что-то не туда. Давай вот на мост и там по прямой, по прямой. А это мы, получается, к нашей Терезе приехали так невзначай. Аудиокоманды. Ребятки, я сделал аудиокоманды новенькие, старенькие. Кое-что подгрузил, кое-что не стал. Ну вот из новенького. Из новенького вот такой вот появился. О! Смотри, тоже я пришел. Да. Так что имейте в виду. 700-800. Ага. А, это мост и есть. Все, я к нему приехал, теперь мост. Желтые штаны. Два раза ку. Ку? Ку, ку. Ку. Да. 600-700-800. Желтые штаны, да. Они самые. Но пока без анимации. Про алерты я молчу, я уже говорил там. Алерты вообще, во. Я из смайликов, которые должны были быть на другом канале, сделал. Алерты с собой там. Разные. Еще КЦ, да. Спички давай. Давай, спички. Господин Уэф, я представитель цивилизованной планеты и требую, что вы проследили бы за своим лексиконом. Во. Во. Да. Радуйся. Вот тоже актуальная команда такая. Радуйся. И радуйся, радуйся. Радуйся. Так что порадуйтесь, ребята, радуйтесь. По-любому. Давай мясо! Давай мясо! Да. Хорошая девчонка вот эта. Я посмотрел, откуда это мы. Она прям такая живая. Дети вообще, они живые. Это радует. Бывает, конечно. Ну ничего. Так, у нас что по новостям-то? По новостям, значит, про аудиокоманды я сказал. Пляшите, радуйтесь, да, пляшите. В общем, я разработчиком ранги пробовал делать, да, вот такую вот историю расскажу. В Рутани чат, это получается русский разработчик, поэтому ру, это мята, походу, не хочет браться. Поэтому ру. И я попросил, написал в теме, чтобы починили ранги. И вроде как получил положительный ответ. Сказали, что будет программа переделываться. В том числе и разный запуск аудиокоманд тоже там будет. Принцип создания их будет по-другому. Сейчас там немножко... заморочено это сделано. И, кстати, да. Да, одобряю поддержку русских разрабов. Да. Ну вот, получается, единственное, что немножко привыкнуть к этому надо. И хорошо бы, если это еще работало.
Да. Так, что у нас? Зверобой. Главное найти теперь щит. У нас щита нет. Куда-то я его дел. Куда-то я его дел. Вот это не очан. Нет, очанка другая была. Просто цветы такие. Календула. Вот это же прям как мята. Ну ладно, не хочет браться. Да, набор из мемов. Пока эта команда бесплатная, никак не привязана ни к каким там валютам, очкам, этим КЦ, чатам. Просто все. Не знаю, насколько это правильно или нет, но технически пока ничего не получилось реализовать, разработать. Так, ладно. Кому-то. Давайте покормим рыбок. Вот что я вспомнил. Эй, еще окно-то все разъеханное. Разъеханное окно. Надо починить. Во. Только увидел. Сейчас покормим рыб. Йоу. Я немножко уже сегодня давал. Ну, еще можно такого среднего размера корма. Хлопья, тонущий корм, ну такой средненький. Все по возможности. Пока есть, что есть, и это хорошо. Руки мои, руки. Кстати, я говорил, что можно разместить трансляцию на, получается, на главном экране за 200 рублей. И вот эти 200 рублей, это не просто на все время. Придорожный часовник, кстати, надо почитать. А это на 1 час. 200 рублей, 1 час. Натхан Исаак Кинвабикисе. Кристофер Кампел, сэр Адам Барон. Александр Карл Эльсберг. Ну ладно. Во, ну хорошо. Да, тут на Кудгейме, вот чтобы тебя нашли, конечно, это вопрос такой ключевой. Если только по категории как-то там, то есть человек может знать игру, да, а вот по названию канала, мне кажется, это тяжеловато найти. Ну и кто знает, например, канал, да? Вот это какое-то растение я не встречал. Окопник. То есть тут больше такой вариант, наверное. Как надо рекламировать, получается, трансляции, если надо, чтобы они были популярны. Так, одуванчик мы сейчас на лошадь. Окопник тоже. А, вон туда. Семь, 121, кстати, вес-то увеличивается потихонечку. Вес-то увеличивается, который переносимый. Да. Ну что ж, попробуем сейчас. Я не стал сейчас. Ага, стал. Возвращаем на места. Да, тут нужно быть очень осторожным сейчас. Почему? Потому что проехал-то много, травы подсобрал, да? Если погибать, это прям очень не хотелось бы.
часовня, и мы сейчас куда-то должны выехать. Где? Гнездо. Пока поедем рысцой, так не галопом, а рысцой. Ты узнал лагерь, а это в ближоге тоже. Ну-ка, сейчас спросим их. Сытость у нас нормальная? Сытость 7-7. Ну, можно перекусить, если нам по кумполу не дадут за это дело. Похомячил там. А-а, смотри-ка, 7-7, 102. Ну, немножко, ладно. Так, растениями пока. Главный углежок? Нет. Вот это, наверное, главный. Тоже нет. И это не главное. Видимо, это тут без разговоров, ребят. Просто промежуточный вариант для создания обстановки и атмосферы. Ну ладно, что есть, то есть. Возможности. Ничего не поделаешь. Дождь пошел еще, мокро и сыро, придется ехать в лес, искать этих бандитов. Главное не расстраиваться, не унывать и не падать духом. Иначе будет... совсем другая картина. Человек будет сам себя съедать и страдать. Вот если нужны будут мухоморы, можно будет здесь вот их найти. Погрибы, да? Но это для алхимии тоже. Свои мухи, мухоморы. Шнапсик у нас есть, если что, тряпнуть перед боем. Один остался. Угу. Ну, ладно. Где-то здесь ведь подсвечивалось, да? Ладно, сейчас поищем еще. О, конечно. Бандиты, значит, да? О! Придорожные часы. Так, а это что тут? Очанка, наверное. Ну-ка, ну-ка, очанка нужна была. Нет? Это одуванчик. Одуванчик не нужен. Пока. Это Васильки прям. Рыцарь в поле. Где-то в лесу их надо искать, да? Дремучий лес.
давай по карте посмотрим. В тот раз они где-то около дороги были, бандиты эти. А это я прям залез в дебри куда-то. Давай еще раз включим вот это задание. Журнал. Руины, да? А, подожди, вон в каком лесу. Убей вожака лагеря. Я вообще не туда скачу. Понятно. Еще дальше движемся. Ну, давай поставим метку туда. Можно? Карта. Где-то вот здесь пусть она будет. И мы тогда попробуем перебраться как-то. Вот вопрос-то. Так, камеру вторую я выключаю. С рыбками. Потому что мы их покормили уже. Она больше не нужна. А, вот. Кто-то... Jesus, not as shallow as it looks. А, не пускай. Вовсе не так мелко, как казалось, говорит. Ага. То есть реку тоже не просто перейти, да? Угу. Так. Интересненько. Так, а мост-то вот он получается. Надо было здесь переходить и по тому берегу чапать. Ну давай переход тогда совершим. Можно? Угу. Сильно не затягивать историю. Западня. Мужики напали. Избежать. О, успели. Вот они там лошадь, наверное, били. Можно было, конечно, посражаться, но, как я убедился на прошлой трансляции, лучше лишние бои лучше не ввязываться. Не пойму, просто смотрю. Да, теперь нам нужно. Да. А, это куда мы с ним гулять ходили? В ту сторону. О, а вот и мосток. Кувшинки, да, помню, у бабушки в деревне была речушка такая маленькая тоже, и кувшинки там. И рыбалка. Климатор. Клим, привет. О, ничего себе. Кое-какие команды я починил там, аудиокоманды. Как дела у тебя? Спасибо тебе за трансляцию с этим, с проигрывателем. Было очень здорово. Мне понравилось. Не всегда, конечно, получалось писать, там отвечать. Ну ничего. А мы едем искать разбойников. Один лагерь мы позапрошлой серии разбили, там было человек 5, наверное. Вот уши им пооторвали. А теперь вот нужно еще. Бернард нам еще задание дал. Ну, будем по дороге тогда скатать вдоль дороги. Да? Очевидно, что где-то здесь вдоль берега будет двигаться. А так...
Я сильно не стал углубляться в создание команд там. Опа, лагерь. А это кто? Ага. А это какие-то плотники, да? Ну-ка, давай, спешимся, поговорим. Ничего себе, какие у них пилы. Лесоруб. Вот это пилы. Ладно, пусть работают. Поговорить не получилось. Оказывается, Клим, я попробовал трансляцию вот эту за 200 рублей там. Ты узнал, где Вранникские леса. Оказывается, 200 рублей за размещение на час на главном экране стоит трансляция. Ух ты! Ах вы, нехорошие человеки. Ну, обобрать что ли вас? Взять все. Пришли пасеки 235 миллионов на Вегу с Алика. Снял тот, который стоял 200. Еще лучше стало. Ну дай бог, чтобы все у тебя получалось. Взять все, даже тут без разговоров. Алебарда у него была, да? Где-то тут еще оружие валялось. Топор Бондаря. Бондарь. Глефа. А Глефу можно только носить... Глефа, если она снаряжена, то ее, в чем ее недостаток, она получается может в рюкзак, в рюкзаке она не может быть. То есть если ее берешь, она, он принимает боевой вид сразу. Да. Хоть она длинная, но получается такая вот история, неудобно. Поэтому мы ее выкидываем. Продать мы ее не сможем тоже. Так, эти ребята пусть тут отдохнут. А, что у нас? Оружие, доспехи, топоры мы сейчас на лошадь переложим. Угу. И будет немножко полегче. Вот это все. Пусть оно разбитое, все берем. Чисто на продажу. Так, это не надо. И сейчас нам еще починиться надо будет, вот что. Ну да, немножко разгрузились, это существенно. Должно нам помочь. Так, а я все наоборот сделал, да, нажал. Ну ладно. И вот этого. А, еще двух обобрать, ничего себе. Вот это улов. Тренировки с Бернардом. А у пса что? Собачье мясо, собачья шкура, собачье сало. Давай, заберем.
И пса обобрали. А ушей-то нет у них случайно? Это не те ребята, которые... Нет, это ухополовцы. Угу. Ну ладно. Какие. Ну это так, они еще пожалели меня, а то если в такую западню... Все подорожало в два раза. Ну да, мы уж об этом говорили, блин. Ну что делать? Остается только радоваться. И радуйся, радуйся. Радуйся. Не унывать. Я, вот я что призываю вас. Поменьше смотреть новостей. Вообще. И не унывать. О, Ачанка. Ура! Ачанка нужна была где-то там. Сейчас мы ее заберем. А, это даже не она. Ух, сосенки прям какие красивые. Я вас попрошу, пока вот трансляция идет, подумать, какую песню в конце трансляции можно спеть. Валерьяна тоже пойдет. Какую песню спеть? Желательно, конечно, хотя какой-нибудь. Так, валерьяну пособираем, да. Твич, кстати, ты слышал эту новость? Блин, сегодня вот 5 марта получается. Где-то кабан. Да? Или какие-то птенцы. Непонятно. С дерева ли его? Мы пока напали на полянку валерьяны, надо будет пособирать. Так вот, интересная получилась история. Замкнутый круг. Twitch сделал выплаты только через PayPal, а PayPal перестал выводить деньги на российский банк. То есть, и Twitch такой интересный говорит: я, ребята, не против, чтобы вам деньги вывести, но правительство США запрещает. Вот так вот. Толерантные ребятки, ну что сделаешь. Да. Не, мощная, конечно, у них платформа, там все это. Искать удобно, смотреть удобно. Ну и здесь тоже, если привыкнуть, тоже ничего. Тем более, каких нам нужно этих высот, там, чтобы миллионы зрителей смотрели? Да? А в России, Клим спрашивает, не только палка была? Не понял. А, PayPal.
Да, в России можно было еще на банк вывести на свой. То есть на карточку можно было вывести. Ну, было несколько вариантов, вот когда я оформлял, еще успел. Там варианта 3, наверное, было точно. Выбирал там. У меня стоял PayPal, я им и пользовался. Ну, видишь, как все. Но единственное, что там осталось, это вот подписки, которые Камикадзе дарил. 36 подписок, блядь. А у них минимум там сотни они выводят. Ну, хитро все сделано тоже. Просто. Ну и ладно. Теперь уж не вернуть. Конечно, мне-то легко говорить. Я такой, ну и ладно. Да. Но тоже вместо охоты на косуль. О! Это, наверное, косули так кричат. Я узнал место охоты на косуль. Вот оно что. Сейчас мы валерьяна наберем. Валерьян-то нужна. А еще для шнапса что? Опа! Ты понял? Ты понял? Система какая. Лук прям вообще скайримовский такой. Я помню, ты, Клим, когда играл. Лук такой прям. Примирительный крест. В Беларуси был банковский перевод и палка. Ну да, и тут то же самое было. Куда-то я ушел с косулями с этими. Мне надо выгрузить траву. Я не могу бежать. Слушай, это кричит-то. Валериан-то много тут. Где-то вот тут вот. Понятно. Валериан-то она вообще целебная трава, поэтому побольше собираю. Сейчас уйдем отсюда. Звуки неприятные, конечно. Трава хорошая, но это... Хотя бы подальше отойти от них, что. Так, Клип говорит, но у нас палка работала только на подключение карты и оплаты. Пополнить кошелек нельзя было. Нет, я имею в виду про вывод денег. То есть вот эти все донаты, подписки, вот это все. Не то, что пополнять, я ничего не пополнял. Да ладно, ну что теперь? У нас вот сахар сегодня подорожал. Говорят, сахар был по 50 рублей, стал по 70. Да. Ну что, говорит, все подорожало, все сейчас это и будет, та-та-та. Ну, куда деваться? Остается только не унывать. Смотреть трансляцию Temp of Play, становиться подписчиками. Кстати, YouTube тоже закрыл для России показ рекламы. А это значит, что те, кто делает контент в России, не будут показывать рекламу на своем канале. И, естественно, монетизация тоже отсутствует. Так вот. Поэтому переходите на Good Game, добавляйте канал в избранное, и будем с вами встречаться, наслаждаться играми по возможности, пока есть. Ну а там посмотрим.
Опа, косули. Опа. Опа, косули. Неужели мне получится косулю? Песочить. Я охотник. Надо повыше брать, да. Стрела летит. Ладно. Давай. Хватит крас. Музыка приятная. Птички поют. Наслаждайтесь природой. Если нет возможности сходить в лес. Тем более сейчас зима. Что там делать? Какие птички? О чем я? Ну, в общем, есть такая возможность у нас на трансляции. Релакс, как говорится, да? Как говорят у нас на Руси. Опа! Релакс. Ты узнал интересный. Перелет. Попал, не попал. Здорово, что трудно попасть. Это добавляет. Скилловости добавляет. Я че не попал? Они живут рядом. Ну хоть в ногу. Между ними. Почему? Они уходят. Не. Стоило сдвинуться с места и все. Это тебе не зайцы. Опять между ними. Слушай, надо выбрать одну какую-то. Все стрелы потратил, расстрелял все стрелы. Интересное место, да? В чем же тут интерес? Тут может быть какая-нибудь прятана вещь. Интересное место. Выиграть турнир. Ладно, турнир мы не собирались выигрывать. Врата. Интересное место. Так, у тебя перегруз. Давай-ка лошадь позовем. Она все время сзади появляется. Ну давай. Это ее дело. Откуда хочет, оттуда и появляется. О, валерьяна много. Сразу прям хоба. Собачья шкура. Ну, давай тоже уберем. Набор, кстати, можно под использование пустить сейчас. Немножко починиться, полататься. Низкие туфли. Давай тоже уберем. Собачье мясо. Да. Собачье салат. Да. Тушеные грибы. Ну ладно. Тушеные грибы. Целый мешок, а весит и чуть-чуть. О, топор. Ну-ка, освобождаю. Хлеб. Сытость у нас 87. Яблоко. Ну давай, может, съедим яблочко хоть. Ну не хватит. Ухо есть не будем. Починиться надо. Набор броника. Ну-ка. Так, то, что у нас одето на плечнике. Недостаточно.
А набор портного. То, что надо садить. Опа. Опа. Вот. Ну, мы можем, кстати, вот эту одежду тоже починить, чтобы прокачать навык. Она нам хоть и не нужна. Цена-то, глянь, модные зеленые шоссе. А почему нет? А навык не достать. Красные шоссе. Тоже не даст. То есть ниже 60. До свидания. Угу. Ну ладно, хоть что-то. О, косули. Вообще. Я за лошади стоял. Заяц. Косой. О, в косого сразу попал. Интерфейс чем-то на Oblivion похож. Ну, может, оттуда срисовали. Ча! На дурачка просто. Ладно. Пик. Мясо и стрела. Забираем. Хорошо. Да, пусть будет похож. Главное, чтобы мы попали в оленя. Он убежал, они вообще дикие. Они прыгают туда-сюда. Я понял, надо встать, открыть инвентарь, постоять, открыть и будет заяц. О, вот так вот устроено все. Еще раз. Встать, постоять, полистать, там карту посмотреть. Оп, и зайца нет. Эй, слушай, не так уж и плохо в стрельбе-то. Получен новый навык, охота. Целая толпа косуль. Бегим, бегим за ними. Зайчи, мясишка-то, а? Олени, косули. Догоню я их, а оленя нет. Они меня уводят куда-то. Да, не попадешь. Пока лук достает, они уже убегают. Так сделано, что ты подбегаешь, да? А мечом, если рубануть? Бля, можно мечом. Слушай, я сейчас меч возьму. Я вперед забегу. Дыши, голубчик. Ты быстрее лани бегаешь. Есть. Забил. Мясо косули. Украсть. Почему украсть? Украсть все. Косулю догнал просто сам. Теперь я могу ее пожарить. Ты не можешь бежать. Ты перегружен. Вот так вот. Белый гриб можно даже найти при желании. Оказывается, косуль надо не стрелами, а мечом. И что? Ладно. Так, мясо зайца. Мясо косули. Краденое. Ничего себе, а почему краденое? Я же ее сам заработал.
Странно. Нельзя, что ли? Вока. Кренделя всякие. Понятно. Украл, получается, мясо у косули. На тебе, косуля, твое мясо обратно. Ешь его сам это. Не хочешь, как хочешь. Нам краденого не надо. А то еще арестуют из-за тебя. А может, их убивать нельзя? Они, может, это в красной книге. Белый гриб. Рунг. Ну, он пропадет, я его взял так. Да зря, я думал. Так, куда мы движемся-то вообще? Эй, вот место косуль. А где-то здесь, вот как раз здесь, должен был быть вот этот... Вот это место должно быть. Руины. Да, и где-то вот тут вокруг руин. Убей вожака в лагере. О, руины я нашел. А вот вожака в лагере нет. Ну, поищем тогда, походим. А может, это он и орал там так. Может, у него не все в порядке было. С организмом, может, белых грибов наелся там, валерьяны. Может, мухомор съел. Бывает такое. Ошибается человек, он плохо себя чувствует. Ну, попробуем найти сейчас. Где-то вот туда надо. Я смотрю на карту, на метку. Как-то как это должно быть? Ах ты! Так, а здоровье-то у нас нормально, да? Но бегать тоже надо. Выносливость тренировать. Мы все лучше и лучше становимся. Все краше и краше. И сильнее, и сильнее. Пусть бежит. Можно было и на лошади, конечно. Его потренировал. В доспехах-то по лесу побегать. Это... Оба, вот дорога. Вот тебе и дорога. А, там в руинах я не залез. Внутрь, потому что мне сказали, нет стрел. Чтобы стрелять, нужны стрелы. Понятно. Сейчас будут стрелы. Улучшено охотничье ухо, жалко такое. Пробивную тоже, ранящая, пробивная. Охотничья стрела, во. Две штучки. Раньше стрела. Улучшена охотничья стрела. О как. 39 штук. Блин, попал. Эй. И тут украсть. Ну, а тут почему украсть? Опять же. Непонятно. Ну давай съедим тогда. А съесть нельзя. Выкинуть. Странно. Заяц. А, заяц. Ну почему? Тоже. Такой. Странно. Может, я в заповедник зашел куда-то? Сырое мясо невкусное. Ну да. Его и съесть-то нельзя. Да понятно, да. Почему? Получается, я охочусь. Может, тут нельзя охотиться? Рожарить надо, да? Огня нет рядом.
Кто тут? Кто-то орёт. Настойчиво. Воруешь мясо у кроликов, да. Опа, вон они. Кири-кири-кири-кири-кири-кири-кири-кири. Так, вижу двух. Там я не знаю, кто идет, а здесь. Так, надо хлопнуть шнапсику. За храбрость, как говорится. Так, спасительный шнапс. Есть. И сохраниться. Чтобы не потерять все, что у нас уже есть. И переезжаем тогда. В таком радостном состоянии. Идем бить. Напс немецкий самогон. Говорит Игорь. Ах ты! Вы активировали меня, садист. Костер тебя. Ах ты. О, щит пришел. Да, отдышаться хоть. Ай, 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 ай. Ах ты, неужели? На тебе. Есть. Фу, дыши. Вот это боевка. Слушай, вот это вообще жесть. Усадил бандюков, да. Не, почему? Мы порядок. Мы за порядок. Слушай, ну это вообще. Обобрать его. Он еще и лысый. Так, а где-то у него должно быть тут. Да. Жалко, конечно, все-таки человек. Так, топор лесоруба. Топор и тяжелый щит. Давай, берем. Ура, мы нашли щит. Опа, а там еще кого-то ходит. Так, а у меня перегруз. Так, скорей. Надо что-нибудь сбросить. Оружие. Топор лесоруба. Переместить. Еще что-нибудь. Скорей, скорей, скорей. Доспех, вот. Койф. Штаны. Все. Это прошло. Либо он, либо тебя. Говорит Игорь, ну да. Сейчас. А щит-то где? Ребятки, где щит? Снарядить. Давай. Со щитом-то побаще будет.
сожалей. Ну как не сожалей? Говорить. Сдаешься? Куда ты пополз? Готов. Ух. Так, взять ухо. Давай уши сейчас заберем у вас. Да, он тут залез-то. Этого я обобрал уже. А, вот он съехал. О, лук. Лук, какой-то лук тут вообще невероятный. Крестьянский лук из орешек. Негодяи, они жить честно не хотят. Ну, а что сделаешь? Слушай, а пока я ходил, тут это добивал-то, а уже ночь наступила. Слушай, а мне рано, да? Ну, не мудрено. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас есть. Оружие. Пища. Да. А где тряпки находятся? У меня же была тряпка. Ну, ага, повязка. Применить. Ты не можешь себя перевязать, кровотечения нет. А. Сделать можно одно публичное, их казнить. Хвати, не загоняйся. Ты прям пошел. Ты кровь почувствовал, да, такой. Ааа, всех. Украшенный золотой кубок, ничего себе, 350. Так, ладно. Ну, нам нужно выбираться отсюда. Нам нужно отсюда выбираться, взять все. Хыдыш. Убей вожака лагеря 1, задача обновлена. Это был вожак, кстати. Да-да-да. 100% перегруз, скоро будет вообще невозможно двигаться. Нам нужна помощь лошадки. Да. Ох, ну начнем. А у лошади что? 192. Кое-что еще можно получить. Так, ну пойдем. Самый кожаный жилет вот тяжелый. Кольчужные поножи. Ух ты! 1к стоит. Я это одену. Снарядить. А у них сколько? Колющее оружие. -1, -1, -3. Неужели мои лучше? Ну ладно, пока тогда. Сейчас пока не буду сравнивать, надо. Все-таки ночь на дворе, надо валить отсюда. Так, эту вещь носите, нет. То, что носим, не надо трогать. Легкий гамбизон. Твоя лошадь не может нести больше. Хе-хе-хе. Да, моя лошадь больше не может. А это значит, я не смогу сделать переход, да? 214, но кое-что можно еще маленькое положить. Да, совсем маленькое. Платы. Ага. Обычный короткий хубер. Но это надо все чинить, Ленин. Пятки. Ну да, все попроще будет. Мне. Уже нет.
Завязку 225. Да. Завязку вообще. Я еще на лошадь залезть не смогу, да? Он мне сейчас скажет, типа, и с перегрузом. И все. Как же мне быть? На весь тест. Вести. Таким грузом нельзя сесть на лошадь. Так. Таким грузом сесть нельзя. Опереться целую кучу времени. Так. Отравить вино. А, слушай, вот ты про что рассказывал, Игорь, да? Отравить вино можно было. Ага, то есть они напьются вина и все. Добраться. Ну это надо знать, где это вино стоит. Угу. Спать. Можно поспать, кстати. Так, а кто на меня нападал? Там еще кто-то был. Вот он. Уже голубчик. Я, получается, все не увезу. Надо выбирать. У меня травы еще с собой целая куча. Да, вот это, конечно, печалька. Эх, ну ладно. Давай тогда. Думаем. Золотое шоссе. Это типа цена, да? Ну тогда вот это выкидываем. Добиваясь. Воинский тесак 109. Он и тяжелый. Тяжелый щит 7. Ну да, щит действительно. Топор. Ой. Давай еще что-нибудь повыкидываем. Вернук вот этот. Это тоже выкинуть, тоже отбитый даст. Обычный короткий холбер. Но он вообще в ноль. Но вещь-то хорошая, можем починить. Потертый темный гильзы. Ну ладно, будем выкидывать тогда. Это все тяжелое, да. По 11, по 14. Ладно, приедем еще разок. Если не исчезнет. Кстати, а я могу ведь... А, не могу. Ну ладно. Так, 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 так. Что еще выкинуть? Что тяжелое. Или светлый. В 13 веке как раз казни и повешение открыты. Ну да, копили. 125. О, кстати, мне чуть-чуть осталось сбросить. О, вот эту штуку сбросим. Твоя лошадь не может нести больше. Я на лошади. Опа, все. 23,7. Копиль нам не нужна. Сбросал чувака. Это гуманитарная помощь была. Ты тари, ты ночью орёт, ты не можешь. Ладно, мы тут больше не будем оставаться. А лагерь, кстати, не открылся. Я метку тогда пока не убираю. Получается, что метка правильная.
Прям в центр попадает. Ладно, найдем, если что. Поехали. Поехали до дома, до хаты. Можем мы сделать переход? Доротаем, например. Где у нас магазин? Сюда, на главные ворота, да? Тут броник, все дела. Да, сюда. Эй, Полтава, ты хочешь совершить быстрый переход в это место? Да. Я думал, сейчас так и будет до города. Тык-дым-тык-дым. Из-за того, что конь. Плотва. А, и плотва. Опа-опа, западня. Эскейп. Неудача. Я попить хотел. Я буду бежать. Мне смысл драться. Опа. Ничего себе. Кучили меня. Да. Все. Хорошо? Ну да. А, где-то ты, а где-то тебя. Половцы мощные. Ну да. Ладно, хорошо хоть здесь сохранился, а то, представляешь, если бы от начала стрима, то это вообще вилы полные. Бежал, бежал. Подожди, у меня тут стрелы кончились. Пробивная стрела. Давай, вот ранище. Come here, Lily Liver. You call that combat? Ахаха, почему ахаха не работает? Странно. Yes. Странно. А у меня работает. И у тебя работает. Купи пас. Так-то лучше. Надо с него стрелы забрать. По ноже. Мы теперь не будем хапать все, да? Что мы сделаем? Перегруза не было. Вот это мы заберем. И шпоры, да. Да, может, ошибка в написании. Да, вот так, все. А, еще у него там эти руки. Руки у него интересные. Ванный кофе. Пока пусть остается, что есть. Сейчас мы присядем, тут затаимся. А есть еще просто смех вот такой. Копирую и не работает. Понятно. Может, пробелы захватываются там. Так, сейчас посмотрим.
Оружие, доспех. Вот эта вещь-то. Что у нас снаряжено? Сейчас по штанам. Колющее оружие. 1, 1, 1, 1. Ну-ка. 8, 10, 17. Ну, конечно, вот это надо одевать. Нарядить. Кольчужный кольф. А, ну вот же защита есть. Кожаные перчатки. Еще какие-то перчатки я поднимал тут. 11. Да. Оба. По новой напиши команду на русском. Про описание. Давай попробуем. Лодка русская. Он написал. Так, сейчас мы их побьем. Делаем. А что еще мы подняли у него? На локотники эти лучше. Оп. 7 7 7 4 4 2. О, совсем другое дело. Кстати, не получится починить у нас, пока в кустах мы сидим. Доспех руки 13-13-5. Почему? Рубануть, ударить. Сейчас. Малый набор броника. Ну-ка. Нельзя. Ладно. Нельзя. Ничего нельзя. О, заработал, да? Raise the alarm! Watch out! Over here! Where is everyone? Quick! I'm gonna enjoy this. Все гораздо проще может оказаться. Главное вперед стрелять. Охотничьи стрелы. Стрелы забираем. Яблочки у него. Малый набор кузнеца. Вещь хорошая, забираем. Клепанные перчатки. Может быть даже и лучше. Так. Вам не видно, да? Оба! Так, у этого ухо забираем, стрелы, мясо зайцев. Ладно, это потом. Я это все оставлю.
Кое-что заберу. Хорошо лежит, пусть лежит. Меч грабителя. Резь. Лук из орешника. Подзаберем. А клепанные перчатки лучше, нет? Доспех. Сейчас наших перчаток сколько? Так, клепанные 8, 8, 3. А наши сколько новые? 11, 11, 4. Не, наши лучше. Просыпайся. Вставай, доброе утро. Over here. Where is everyone? Quick. Вставай. Two arms. Get over here. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. Где ты кричишь там? Надо было мечом его рубануть. Ходит такой с факелом, с красной палочкой по лесу. Загадка. Ну это умчался. Вот он, еще один спит. О, с этим разобрались. Уснул. Кабаний клык. Кузнеца на тварь скалендула. Кольцо. Стрелу забираем. Ну и хватит пока. Эх, а того я упустил. Ну ладно. Придет он еще. Сейчас мы отойдем. Зайцы чуть не спят. Конь. Ты мой верный конь. Так, конь, помогай. Меч грабителя, Олег. Так, стрелы, факелы. Это я их набрал, факелов этих. Так, не сюда. О. А вот эта вещь. А, это хуже. 12, а у меня 4. Красный шок. Лучше не может больше нести груза. Так. Так, моя лошадь. Здесь 25, здесь 26. Но у меня еще есть 25. Килограмм подъем. Но в этот раз я без щита остался. Щит я не добыл. Наверное, он у того, который убежал. Спит он, надеюсь, нет? В этот раз он спать не лег. Может, он пойдет навстречу нам? Не, внизу нельзя. Это надо.
позицию какую-нибудь повыгоднее занять, чтобы не получилось неприятность. Сейчас мы сделаем вот так. Подождем пару часиков. И утихнет, успокоится, все равно ночь. Главное, чтобы он на нас тоже не напал, неожиданно. Не получает. О, заяц. Ворованным мясом. Давай еще подождем. О, собака какая-то гавкнула. Все на местах тут, нет? Это какая-то штучка деревянная. О, пришел, спит. Голубчик. Вставай. Как ты лег-то? Благородного оленя. Ну давай, ладно. Повязка. О, тяжелый щит. Грязь. То, что нужно. Еще, кстати, место есть. Еще можно у него что забрать? Что забрать? Что? Сильный кольчужный воротник. Простой бацин нет. Да пока больше ничего. Яблочко. Перекусить мои. Доспех. Щит нам надо сделать. Получится? В оружие. Так. А мы тогда без факела останемся. Ну и ладно. Факела, значит, без. Тут мне страшно тут ложиться спать. Ну давай, ладно, поспим. Ночью не поедем, а там разбойники всякие. Можно даже не до 8, а вот до 6. Светло уже будет. Удобство кровать, сытость 80. О! Высыпайся. О, вскрыть замок. Ну-ка. Попробовать. Слишком сложный. Это надо тренироваться. Сесть, посидеть, погрустить. Поесть из котелка. А мяч нормально. О, приготовить. Можно что-то приготовить. Бросить в котелок. Ну-ка. Яблоко. Давай бросим. И что получилось? Ищи. Ничего не получилось. Просто выбросил яблоко в костер. Печеные яблочки. А исчезли тела? Исчезли.
Вот, вот это очень плохо, конечно. По идее, они должны были валяться. Ну, вот. Нет. Ладно, мы что смогли, увезли. Того, его обобрали. Победили. Теперь нам надо ехать назад. Нападут, не нападут. Ну, утром-то поинтереснее вроде. Ну, хотя и днем нападали. Это по дальней дороге. Я вот тут ехал. Бывает. Кстати, надо перевести игру в нормальное положение. Я вот думал еще такую опцию завести. То есть вот кто на трансляцию не успел, допустим, у меня на компьютере есть запись стрима, да, и, допустим, ну, на следующий день запускать запись трансляции через ОБС, как в прямом эфире смотреть запись трансляции. Вот такая идея была. Сытость нормально, все нормально. По времени сколько сейчас время? 9, по идее, все открываются. О, надо умыться, пока бочку нашел. Здесь, кстати, что за здание-то? Что-то я не помню. О, сидела женщина. Дом просто чей-то. А, нет. Это кузнец. Ну-ка, ну-ка. Да прибудет с тобой Господь. А. Ротая, закончить разговор. До свидания. Ничего. Работает, живет. Территория частная. Понял. Это сарай. Тут я где? А, это я там вошел. Да? Оружейник. Так, как насчет ремонта? Оу. Ну да, мне бы ремонт пригодился. Мне нужно что? Вот это отремонтировать. Вот это, вот это. Пятьдесят семь не может. А 55 чинит. Ну это я сам починил. А, это у него оружейник, это не по его части вообще. Так, заключить сделку. Подожди, выбрать все, нет. Заключить сделку. Все, починил. Щит починил. Кот бежит малый. Он бежит и мчится. Ну-ка, ты что умеешь делать?
Чумазенький. Что ты чумазенький умеешь? А, я назвал. Извиняюсь. Так, продать. А, он продать. Ну давай. Модные конечки. Да ладно. Прочный темный гамбинзон. А у меня какой? Одежда. Слушай, ну это в эфирнук можно продать. Да. Или нет? Легкий подбитый доспех. Прочный темный. Вот это можем продать. Это сапоги для верховой езды. А. Ну, мне они, наверное, не нужны. Темные сандалии. Хотя нет. Эти дороже. Да, да. Темные сандалии продаем. Да, тут один, тут три. Эти продаем. Так. Оружие. Доспех. Ладно, пока. А так. Идем в корзину. Ну давай, поторгуемся. Получится. Ладно. Давай, 35. Ну хорошо. Так, и мы теперь еще запустим процедуру спинки. Мал набор броника. Ну-ка. Сейчас. Вот это. Тут 54. Вот скоро закончится. А, не получается. А малый набор кузнеца. О. Починил. Хорошо. А нам набор партнеров. О. Чтобы отремонтировать недостаточно. Ясненько. Так, набор броник. Хорошо. Собрались, теперь нужно понять, что продать, а что оставить. Так, все, что одето, это вот легкий подбитый доспех 5, а этот прочный 963. 963. А здесь 1-1. Тогда вот это дело. А, я не с тем сравнил. Вот 2-3-5 и 3-6-1. Да. Нарядить. И сапоги. Сапоги. Оп. Половецкие штаны тоже, наверное, можно поменять. Пора. Хотя они сверху еще кольчуга на ноги закрыты. Так что ладно, пусть пока будет. Так, кольцо. Кольцо тоже одеть. Не потерялось. Легкий подбитый доспех продаем. Так, из еды что у нас? Собачье мясо. Ну, из еду все продаем, наверное. Сейчас мы зайдем в какой-нибудь магазин с едой. Так, это Бернардо. Ну. Так, у нас на лошади еще всякое добро есть. Ты что так кричишь-то? А, подожди, с ней лучше не надо торговать. Они на улице, у них цена не очень большая. По-моему, тут местная лавка была. Там было подороже. Good morning. Good afternoon. Так, продать.
Ага, он все покупает. Ну, пусть покупает, тогда мы все избавим. Морковь. Так. Отвар из календулы. А что он дает? В течение 1 минуты добавит 30 здоровья и избавит от похмелья. Прекращает действие зелья вас. Ну то оставим. Этот хлам не продадим. Сало тоже забирай, собачье сало. Скажет, откуда у тебя сало? И хлеб. Хлеб. Ну хлеб можно оставить. Хотя с другой стороны. Все. И по корзине 38 грошей. Ну тогда заключаем сделку и побежим. И какой стоит. Охрана. Теперь нужно сделать сохранение обязательно. А то деливеранс произойдет вдруг. А для этого... Говорит, я рад тебя встретить. Видеть. Беладонна нам нужна. Угу. Беладонна полностью. Да. А все остальное... Так, а продать его? Что можно ему продать? О, клык кабана, забирай. Хотя он может быть нужен, да, для алхимии. Он стоит 17, а я ему продам за 3. Не, лучше оставь. Он не такой уж тяжелый, 0,1. Что его продать? Не надо. Пусть лежит. Есть не просит. Это он все покупает? Удивить. 9. Ну так на заметку можно взять. За 9 он. Угу. Корзина. Так. Да. Включить сделку. Но с ним мы поторгуемся, потому что он. Потому что он к нам вроде как неплохо относится. Заплатить 15. Ну давай. Since it's well, a little... Давай 15,5 тогда. Идет. О. Здесь мы сейчас продадим. God be with you. Да-да. Как насчет ремонта, ну-ка. Да, ремонт нам нужен. Видно хорошо, да? Ага. Ремонт. Да. Заключить сделку, поторговаться. Let's talk about the prop. Well. Ну давай. 200 давай. Satisfied? Come now. Немножко и по рукам. Ну давай. All right, so. Ага. Получилось. Эй. Так, и еще мы ему продадим. Вот эту вещь. 9. А там было сколько? Не 26 лет. Легкий подбитый доспех. Он за 9,7 покупает. Ну-ка. Мне кажется, там дороже было, нет? У аптекаря это дороже стоило. Видно. Раз-раз задний ход. Продать. А, нет, 9,3. Я ошибся. 9,3, а там 9,7. Здесь? Greetings. Поторговать. 8,9. Еще дешевле. А
Адмиралова. Вдиралова. Самый, короче, ценник нормальный тут. По броне. Так, насчет патриота. Эти семь. И я. Все, больше он ничего не покупает, не продает. Включаем сделку. Так, нам нужен шнапс. Шнапс. А для этого мы должны позвать лошадь, кстати. Лошадь нам позвать нужно, чтобы... забрать у нее... О, тут еще вот топоры. Вот я еще что-то дал. Да. Ну сейчас мы сделаем. Так, крапива нужна. Ну. Кучек. Так, по-моему, крапива там была по одной, да? Нет, по две. По две белодонны. 6, значит, 12. 2. Оба. Нам нужен шнапс, говорит Клим. Да-да, срочно. Подайте шнапса сюда. Пойдем. Сейчас мы... Так, крапиву тут. Пусть. Да, и главное, чтобы деливеранса не произошло, поэтому надо подходить аккуратненько. Так, раз. Полненько. Так, давай почитаем. Я, чтобы... Крапива одна, белодонна две. Значит, я неправильно рассчитываю. Наоборот. Главное, рецепты не перепутать. Полынь. Все, больше нет никаких. Ну ладно, хватит листать. Так, а нужно напомнить еще рецепта, еще раз. Приготовьте, приготовь вино, добавьте вино. Две горсти белодонны и одну горсть крапивы. Кипяти крапиву в течение двух оборотов. Ага. Измельчи белодонну, добавь белодонну и кипяти в течение одного. Ну давай попробуем. Так, это что у нас стоит? Крапива, белодонна. Приготовим вино. Спиртное уже есть, кстати. Тут можно и напиться сразу. Бесплатно. Ну, летит, как дым. Крапива. Так, кипяти крапиву. Да? Яся. По оборота. У шнапса будет два оборота, да, Клим? Так, берем белодонну. Как там? Айнц? Айн? Цвайн? Напс-то немецкий, да? Вот будет eins, ein, zwei. Ein, zwei. И drei. X. Ждем. Лей, да побольше. Лень, целую кастрюлю наварил. Ты приготовил спасительный шнап. Ну, хорошо. Скорее, скорее, надо его употребить. Есть. А, успел.
Так, ну давай еще один сделаем тогда. Сколько у нас белладонны-то осталось? 3. Ну да, еще один как раз получится сделать. Эх. Дать. И готовить. И добавляем. Ну. И все по старой процедуре. Ну ничего. Пропивки. Правильно я крапиву бросил-то? О, вроде правильно. Кастрюля шнапса действительно спасителя. Да, говорит Клим. Ну да. Ну, главное в этом деле не переборщи. А переборщить можно очень-очень легко. Все познания алхимии сводятся наши. Все познания алхимии сводятся к производству шнапса. С белладонны. Видимо, белладонна тут ключевое вещество. Ингредиент, точнее. Ну, всю бутылочку. Доступно новое очко умений занятий алхимии. Йо-хоу! Ладно. Еще раз сохранимся. Еще сделаю. Учу я. Оп. Так. С лошади надо попродать все. А точнее. Так, крестьянский лук из орешника. 42. А на мне лук из вяза. 44. 44 урон. 100 и 100. Тут 42. Нет, значит продаем. Так. Даже 2 лука. Топоры. Топоры, наверное, тоже продаем всегда. Пока меча хватит. Мне тут не... Для следующих прохождений следующее оружие. Хватит меча пока. Так. Бежевый бетуин. Паха. Так, что с... Да, все, что есть. Пихаем в рюкзак. Блин, сколько. Кольц тоже, камон, кольц продать нельзя. Сандаль, мясо, зайц, о, мясо продаем. Валерьяна. Так, а вот валерьяна. Валерьян продавать не стоит. Добавить шкуры, ладно. То есть лошадь мы наполовину загрузили, да? Травой. Крапивы 268. Мы эту траву продавать не будем. Мы ее сейчас поедем с ними в таверне в комнатку и туда сундук положим. Ее не возить, и места мало. Так мы сделаем. Да. Ты не можешь бежать, когда перегружен. Ну да. Топоров набрал. Я иду продать мясо с зайца. Эй, дядь, куда? На выход вперед. По правилам пожарных. На выход вперед. Вопросов нет. Так. И что у нас? Продать мясо. 0,9. За одним грошем я бежал сюда. А, подожди.
На 42 гроша. Да, 37. Но я еще поторгуюсь, подожди. Я буду торговаться. Давай. Интересно, нос защищает эта штука. 38, 39. 40, давай 40. Пойдет. О, и сразу? Нет, не сразу. Чуть попозже. Отбойщик. А это что за? Да прибудет с тобой Бог. Как живется вратаре. Сразу такой поговорил. И опять на колени. Хлоп. Клим говорит, есть такой средневековый белорусский напиток. Карамбамбуля. Настойка на меду и пряности. Название которого происходит от немецкого ликера карамбамбуля. Ну ты знаток, я смотрю. Карамбамбули всякие. Ладно. Так, я, может, и не сюда пришел. Хотя... Я, может, и сюда. Корзину. Длинная рубаха. Длинная, ух ты. Золотые штуцы. Мы продаем, короче, не будем делать тут. Кольчужный кофе. Вина, он хуже чуть-чуть. Наш 14 на единичку. На 2 единички. Пусть покупает, ладно. Копейки эти. Больше будет. До поры он, наверное, не купит. Так, а состояние нормальное, да? Богатенький. Сапоги охотника. Тройка. А наши сапоги тоже тройка. Сапоги охотника. 3-3-1. 3-3-1. Вид заметность. Вид 25. А в этих вид лучше. Заметность 33, заметность 25. Ну, наши лучше, походу. А, наши 7 шум, от этих 12. Ну да. Значит, тут поменьше шума. Состояние 57, 58. Состояние. Ну, тогда продаем. Так, кольца. Ну, наверное, кольца мы тоже продадим. Одну у нас есть, если что. Терезе подарить. Темный сандаль тоже. Печку, а точнее в корзинку. И 27 грошей мы должны выручить за все это хозяйство. 420, а давай 450, ну-ка. Satisfied? Close. Plus. 440. Ну ладно, давай 450. Finally. Я научился торговаться. Надо на два пункта убирать и потом на один возвращать пункт. На десятку. Нам нужно найти сапожника или попробовать самим отремонтировать сандали свои. Так, а, еще топоры продать. Сейчас. Набор броника, набор портного. Ну, вот набор броника, он не к чему применить. А. Вот эту вещь надо починить, получить. Сейчас тогда все-таки пойдем к портней. Не, сначала мечи продадим сейчас. Топоры, мечи, вооружение. Чтобы полегче было перемещаться. Ты кто? Страж. О, а тут можем точить, да? О, хорошо. Ну-ка, ну-ка. Ничего себе, Клим написал. Крамбабуль, белорусская группа, основанная в 2001 году в Минске. Стиль группы можно охарактеризовать как рок с ироничными текстами. Пока поторгуем. Гости. Название группы происходит от старого белорусского алкогольного напитка. Ага, и ты в подтверждение своих слов, да? Мечи грабителя. И
факел. 7 штук продаем, один себе оставим. Запас. Один есть и один про запас. Вот так. Ты получишь 40 грошей всего лишь. Такой хлам получишь. Топоры эти, они тяжеленные. Толку от них. Извиняюсь. Так, даем рады. В записях и концертах применяем части известные музыканты Сергей Михайлук, Глеб Стербецкой, Александр Куленкович, белорусская группа Нура Дукуль. Так разные. Начать. Хорошо, он не согрелся. Так, 43. Ну-ка, сейчас попробуем. Выносливости побольше стало. Ой-ой. Кто-то с трансляцией моей устала, да? Загружаю. Получен новый уровень. Починка. Трансляция идет. А. Интернет. Ага. Но я продолжу тогда. Трансляция остановилась, но запись идет. Поэтому на Ютубе это будет. На Ютубе это будет выглядеть как провал. Вернее, отсутствие провала, он будет нормально выглядеть. Но будет понятно, в чем ситуация. Да, перед подключением успешно прошло вроде что-то с интернетом видео. Итак, мы поточили. Да, поточили. Но что мы получили? Урон тот же самый, но починка нам вернулась. Да. Починка вернулась. Угу. Все. Вроде все нормализовалось. И отвалились. Все на месте. Хорошо. Так, набор броника применить не к чему. Набор портного. Вот. Набор портного. Применить. Побежали применять. Видно, все слышно теперь нормально. Немножко упало. Уровень сигнала упал. Закончить. А она не чинит? Почему? Вот тут должен быть. Ага. Дядя. Да. Насчет ремонта. Да, вот это починить, пожалуйста. Заключить сделку. Хорошо. Well done. Так, нужно пойти сдать квест. Сдать квест. И положить траву в наш сундук. Деревья.
принципе. Можно потренироваться еще, да? У Бернарда мы все равно будем. Сначала мы положим вещи сейчас. Освободим лошадь. Хотя можно и квесты сдать сначала. Ровно мне. Ромашках стоит тут такой ставчик. Так, я разобрался с тем лагерем. Передай добычу. Я разобрался. Доказать сможешь? Пруф. Где пруфы, да? 100 грошей. Да, у меня дошли слухи еще об одном лагере. Похоже, он где-то на берегу речки вниз по течению от Нойхофа. Хорошо. Так, поговорить. Передай добычу. У меня есть несколько трофеев. Давай посмотрим. О, мой друг, да ты просто ангел мщения. Так, пройти обучение. Ну, пока не надо обучение. Идем дальше. Еще один лагерь узнать. Ага, нужно комнату сначала купить. Мадам. Good afternoon. Afternoon. Поспать бы где. О, кстати, время уже половина первого. На одну ночь? Да. Sure, but... Заплатить. Полтора. Полтора. Полторы тысячи. Груши. Я траву не взял из лошади. Сейчас. Пусть пока проветрится. Так, питомец. И лук, кстати. Мы теперь можем этот лук использовать, да? Сила 10. Возьмем. Угу. А все остальное мы... Так, ну все, нам не надо перемещать. Пиво, белодонна, да. Наборы броника. Наверное, тоже их смысл таскать с собой большие. Ну же. По одному хватит. Я это не израсходовал. Три тут. Набор портного. Но мне пока мало наборов. Отмычки берем. Оченку оставим. Даже. А здесь есть ограничения? Да нет, вроде. Бездонная коробочка. Ну ладно. Так, ребятушки, ну что у нас? Ух ты! Приветствую всех, кто подключился. Мы перекладываем вещи, чтобы сохраниться.
получается у нас много всякого добра. Так, увидел. С ума и увидел. С ума. Не сойти бы нам с ума. Крестьянский лук. Во. Крестьянский лук. Получается сила 4, а был в запасе ловецкий лук. Урон 62, смотрите. А здесь урон 44. То есть этот лук уже можно надеть, попробовать. Давай посмотрим. Здесь нужно это сделать. Так. Сейчас мы накинем. В тот раз мы его одевали, он ругался. Тебе не по плечу такая ёжа. Ну-ка. Держит. Угу. Конечно, больше тратится это. Упс. Никого это курица не подбил. Да уж. Ну не знаю, оставлять, не оставлять. Мне кажется, он это. Больше как-то двигается ненадежно, в смысле. Сейчас сравним. То есть это стабильнее как-то. Да, пока. Хотя, да не так же. Просто кажется. Нам нужно много снапса. Хай. Он лучше. Привет, привет. Половецкие лучше, да, там? Ну, привет, Андрей. Ты что-то припозднился, у тебя уже 2:30 ночи. А ты это... Ты только пришел. Ну, привет. Но... Ну, давай. Давай половецкие оденем. Пусть будет. А это продадим тогда. Так. Сохранимся, потому что мы большой-большой. Жена вырубилась, тоже снег выпал. Ну да. Да, пока жены спят, мы тут сидим. Понятно. Давненько не виделись, да? А еще я качаю сторону, да, Elden Ring, говорит, 47 гигабайт. Да на что он нужен? Вообще такая муть. Я-ха! Бум-пар-бум-пар-бум. Так, сохранились. Что у нас еще в планах? Два лука продать. Два лука продать. И, в принципе, по доспехам ничего лишнего, все натянуто на нас. Отвар. Апс. Ухо. Ухо половца. Сложная игруха в стиле DS. Ну, я не знаю, такой стиль. И рад, что не знаю. Так, давай посмотрим-ка, что у нас по навыкам получилось, по характеристикам, понимаешь? Очечка-то у нас доступна. Сейчас мы что-нибудь найдем. Ленка. Эхая. Человек без чести. А что это такое? Если у вас плохая репутация в данном месте, вы также получаете здесь плюс один к силе, красноречию, ловкости и живучести. Но ваша репутация улучшается гораздо быстрее, чем у обычного человека. А штраф за время, проведенное в тюрьме, действует меньше. Не сочетается с умением местный герой. Первая помощь. Если у вас хорошая репутация в данном месте, вы также получаете плюс один к силе. В то же время ваша репутация ухудшается гораздо быстрее, чем у обычного человека, и штраф, время проведенное в тюрьме, действует дольше. Увеличивает дистанцию обзора быстрого перехода. Первую помощь бери, говорит Андрей.
Да, хорошо. Ученый. Ваш уровень чтения мгновенно вырастает на 3, но силы и ведение боя получает плюс 1. Это такого хлюпика тут делать, который выжить не сможет. Ну, можно, наверное. Да. Такой встретил разбойников и говоришь: дорогие, давайте все обсудим. Так, плащ кинжал. Вы предпочитаете держаться в тени, у вас плюс 2 к незаметности, но минус 1 к силе и минус 1 к красноречию. Ну, я, наверное, выбираю самый такой вот простой вариант, да, без всяких там морочек. Но это надо уметь играть, знать игру, чтобы какие-то более сложные билды выбирать. Вы красивы и привлекательны, но вы не пытались стать сильнее. Обаяние плюс 2, сил минус 2. Золотые уста. Вы всегда предпочитали дипломатию. Дикарь, бюргеры. Мы все читали. В общем, выбирать только между лазутчиком третьим увеличит вероятность уклонения. Вот эта вещь хорошая. И первая помощь. Повязка становится эффективной на 50% с точки зрения деревенского паренька. Вы практически хирург. Умение открывает самые сложные функции в диалогах, связанных с лечением. Ну, давай. Самые сложные функции, связанных с лечением. Давай. Пусть будет. Диалоги — это интересно. Первая помощь. Хорошо. Еще что-то там у нас мелькает по звездочкам. Посмотрим. Живучесть. Ну-ка. Марафонец, спринтер. Давай почитаем. Это нужно, поверь, говорит Андрей. Хорошо, спасибо. А вы бежите медленнее, но значительно дольше. Нет. Вы бежите быстрее, но быстрее встаете. Нет. Если вы не переедаете и не голодаете несколько дней подряд, у вас увеличится на плюс 1 живучесть и ловкость. Ага. Несколько дней, да? Падальщик, вы можете утолить голод чем угодно. Вы не отравитесь, если съедите плохую еду. Впрочем, пользы от нее тоже никакой не будет. Неприменимо к алкоголю. Падальщик, зачем? Вот здоровое питание можно взять. Спринтер, марафонец, но не надо. Здоровое питание. Мы, в принципе, держимся в этой полосе сытости, здоровости. Пусть так. Так что, еще что-то, навыки, да? Занятие алхимией мы прокачали. Текс. Надо безделье будут вызывать на 30% меньше сытости. Ведьмак, умение. Что означает, вы можете пить больше и чаще снадобий и зелий. А, то есть ты их пьешь и меньше сытости. Вода жизни. Целебные снадобья окажут на вас на 50% больше, чем действие, но также отравят вас. Чем сильнее целебный действие, тем сильнее будет пассивный. Термически обработанная пища в вашей суме будет портиться на 20% медленнее. Ну, вот этот ведьмак без штрафов. Ну, коптильщик будет медленнее. Я не таскаю пищу. Тем более термически обработанной пищи, а не просто это заморачиваться. Нет, вот это выучим. Чтобы зелье сытость не добавляли. Ну и все. Да-да-да. Андрей тоже согласен со мной. А, починка. Ну-ка. Починки еще есть очком. Есть ли... Кстати, а я поспал, да, надо было сначала очки раскидать, потом сохраняться. Если у вас только что постиранная одежда, ваше обаяние на один день повышается на плюс 1. Сапоги скороходы. Если вы носите сапоги, которые починили сами, то в спринте они расходуют на 20% меньше выносят. Так что вы сможете бежать дольше. Кстати, сапоги надо починить. А как же их чинить? Сапоги скороходы, благоухание. Цен видел на авто? Да что-то говорили, да. Но не смотрел сам. Давай берем сапоги с хорохода тогда. Выучиваем. Ты правда хочешь получить это умение? Да. И хочу еще научиться. Лада стоил 900, сейчас 1500.
Ребята, держитесь. Я вообще просто стараюсь всячески поднять вам настроение. Оу. Так, что я хотел сделать? Сохранить, поспать еще раз часок. И еще, пока я сохраняюсь, следопыт, полученный достижением. И еще, не забывайте становиться подписчиками, хотя на ютубе это, в принципе, сейчас бессмысленно, но все равно нам приятно. Пульс стоит 3,5 миллиона, овал 3,4. Ну ничего себе. А вот на Good Game стать, добавить канал в избранное, это прям красотища. Потому что канал найти очень тяжело, только по какой-то игре получается. Или размещать на главной странице. 200 рублей час стоит эта услуга. Один час быть на главной странице Good Game. 200 рублей. Видеокарта стоит наш теперь 50 тысяч. Ну мы теперь богачи, ты хочешь сказать, да? А давай сыграем. В костяшки посидим, пока... Слава Иисусу Христу. Сыграть в кости. Так, прошлый раз мы проиграли. Пусть сегодня меня не подведет. Главное, чтобы талоны на троллейбус не подорожали, говорит Клин. Так, я ее покупал у друга, 15 тысяч при стоимости 25 потерь. Понятно. Ну давай 20 грошей поставим. Он, конечно, нам предлагает полтинник. Ну ладно, 25 давай. Тоже нехилые деньги-то. 25 и 9. 26 получаем. Предложить. Поехали. А, не ругайся. Сейчас мы тебя нагреем быстренько. А может не быстренько. Так, записать счет и бросить снова. Отложить кости, набор очков. Уходим в набор очков. Хочешь одеться, иди к превыславице. Не, я не хочу одеться. Я хочу научить сейчас подремонтировать ботинки и научиться самому это делать. Там банда часто воюет. Хочешь одеться? А, ты имеешь в виду прибыславиться. Так, что у нас? Пятерка есть, единичка есть. А тройка, кстати, записывается, нет? Тройка записывается? Нет. Значит, 5 и 1. Записываем и ходим снова. Выше Тальберга. Да, разберемся. Нам куда спешить, Андрей? Ну, здесь. Все получилось вроде. Записываем. Я могу путь подсказать. Да ладно тебе. Потом. Можешь попробовать разместить. Но это не сейчас, конечно. Время час ночи. Это надо какой-нибудь... Такой час, хороший час, добрый час. А на ютубе закрыли, получается, монетизацию для России. Слышали, нет? То есть показ рекламы закрыли. И, соответственно, тем самым, кто из России смотрит, не видит рекламу теперь. Для зрителей это вообще вот. Мы долго ждали этого. Как мы долго ждали, когда они с этой рекламой отстанут от нас. То все, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Набор очков и передача хода, да. А теперь без рекламы, красота. Ладно. Ну да. Ну да. И он еще единичку сбросил. Читер. То есть он всю партию сыграл и еще раз кидает. Ну понятно. Microsoft уходит с России. Не слышал. We'll
Ничего себе, он набирал. Это можно еще вот пересходить. Подписка YouTube Premium теперь не нужна. Да-да-да. Клип. Ты прав. 3-3. Так. Мы ничего не набираем. Ходим еще раз. Вот, вообще отличная игрулька. Можно так запускаешь и пошел. Пошел, молодец. В гости сидишь и рубишься. Да? Так, ну что, будем ходить? Давай, ладно, еще. В Стиме игру теперь... Да, то, что нельзя в Стиме купить, я слышал. И видел. Игорь там в скрины прислал. Ну да. Throwing dice, you know? Throwing dice. Well, of all the fucking... Ой, слышь, не ругайся. Хорошо хоть на английском. Так, что у нас? Пятерка есть. И ходим еще раз. У нас перчатки такие, да? У него руки пустые. Ну что-то должно выпасть-то. Давай еще. Говорит, я чувствую, сейчас что-то выпадет. А говорит, давай не будем об этом. Надо было брать. Вообще я чувствовал, что надо брать. Он сейчас пойдет. Да, вздыхай, не вздыхай. Опа, красиво. Азартный. Ну да. О, 1000. 1000 сразу. Все, беру и ухожу. 2400. Так почаще. А, видишь, он одну пятерочку взял, две не стал брать, чтобы больше кубиков было. Хотя тут за ним наблюдать, ну, по одному убирает. Тут можно двигаться средними шагами или... Так, 3-3, ну давай. Остановимся, наверное, на варианте 300. Пусть будет. Ты про меня говоришь, азартный, да? Ну да, увлекся. Есть такое дело. Пятерочка. Так, одну пятерочку берем, а остальное ходим. И здесь мы сейчас забираем то, что выпало. И радуемся. Новые команды, кстати, Андрей. Я добавил. Я не помню там. В описании. Радуйся, радуйся. Да. Радуйся. Кое-что там получилось добавить. Да. Тот же лазер твой добавил, но он теперь общедоступный. А так, в основном, вот новые команды меня порадовало то, что получилось для... А, саму КЦ, кстати, есть теперь, да. КЦ! Чё КЦ? Кажется, спичку хочет. Да. Кольца есть. А смысл, Андрей, там на Твиче, что там? Что там на Твиче? Там ловить нечего. Там ребята все закрыли. Кольца! Чё кольца? Кажется, спичку хочет. Смотрит наш канал 0 часов. Hey, wake up there.
Эй, проснись, говорит. Давай. Так. Один-один. Ну и пусть ходит сам. Может, что-то неправильно работает, но ничего страшного. Почему тебе показывают 0 часов, да? Ладно, зато команда есть. 2:41. Время. Да вот. А, вот новая команда еще. Так что ж ты мне тогда мозги пудришь? Моему наверешнило. Пляшите! Вот и Скидзадзе понабрал там. Вот еще. О, смотри, позже я пришел. Это он крякает там все. Ты че? Ну, а остальные вроде это уже были. Так, 200. Давай. Ладно, хорошо, пусть так. А вот еще командочка такая. Друг, у вас какая система? Разрешите взглянуть? А? А, и команда теперь... А, еще из мемов я добавил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Ну как, добавил. Вернул то, что было. Получилось восстановить. Ну и там из Титан Квеста немножко. Я не знаю, все пока я не буду добавлять. Программа глючит и... Там, разработчик обещал обновление. Было. И поэтому... Я пока. Есть. 25 идей. 26, значит, мы выиграли 26 грошей. Хорошо. Так. Ну что? Чего ты улыбаешься? То, что делать пока не могу. Ну, да, я написал. Говорю, объясните, пожалуйста, вот ранги там не работают, можем починить. Ну, говорит, да вот, так-то можно, но время нужно. В ближайшее время, говорит, будет. Ну, а как программа себя поведет после обновления, тоже вопрос. Как она будет? Сбросится все, придет все заново делать или нет? То есть я пока не знаю. Поэтому слишком прям вкладываться по времени я, наверное, не буду. Но вот алерты есть новые. Там получается на всякие события, на донаты, на подписки, на рейды, на задания. Много всего. Ладно, давайте спать ложиться. Спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Следите за собой. На гитаре, получается, я забыл поиграть. Прошу прощения. Спокойной ночи. Что вам пожелать? Не унывайте. Новости не смотрите, если совсем только чуть-чуть. И... Да, бай-бай. Бай-бай такой по-английски. Ну, можно и по-русски тоже сделать, конечно. Бай-бай. О. Моды-то. В таком случае, пока. Да-да-да. В таком случае, пока. Опа, залет. Ладно, спокойной ночи. До связи. В таком случае.
случае, пока. Thank you.